едем в популярный джуз-центр, который находится в Сиалиме, называется Санан. Доехали уже до Сиалимского моста. Засняли, сейчас поедем дальше. Чтобы попасть в Сиалимский джуз-центр Санан, нужно проехать по живописному Сиалимскому мосту, если ехать из Арамболя. Потом повернуть налево. Полицейские стоят. Вот на этом повороте поворачиваем налево. Здесь местная церковь какая-то. А на этом повороте поворачиваем направо. Надпись «Джуз-центр» — это не тот джуз-центр, который нам нужен. Мы едем в джуз-центр Санан. Коровка бодрая по дорожке идет, где машины ездят. Ну вот мы и приехали в джуз-центр, кафе Санан. Свежие прохладные соки. 100% этого джуз-центра. С этой стороны. Вот здесь, с другой стороны дороги. Там есть столики на улице. И внутри. Внутри всегда комфортно, потому что даже в жару работает много вентиляторов. Вот и с этой стороны. Нужно помыть руки. Там лежит мыло. И с чистыми руками заказывать еду. Сейчас в данный момент народу немного. Хотя всегда здесь полно народу. На улице тоже есть столики. Можно сидеть и смотреть на дорогу. Он уже сидит, читает меню. Сейчас мы тоже посмотрим меню. Здесь можно заказать не только свежие соки, можно и даже поесть. Цены относительно дорогие, нормальные цены. Тут салат очень вкусный, от 40 до 80 рупий. Мороженое от 30 до 40 рупий. Завтраки. Сэндвичи, блины. Суп вегетарианский, вегетарианский, от 60 до 70. 60 стоит рупий вегетарианские супы, 70 стоит мясные, с курицей и морепродуктами. Закуски. Чикены. Всякие там китайская кухня, лапша рис, индийская кухня. Основное меню там. Цены, как видите, они не очень высокие, нормальные.
тибетский мумо есть. Это рыбное меню. Рыбное меню без цен. Все цены зависят от веса продукта. Принесли нам микс фрукт-салат с мороженым. Лена заказала фисташковое, а я заказал сливочное с кешью. И сок. Я заказал, слева стоит оранж. Лена, какой заказала? Ананасовый. Сейчас будем есть. Все поели. Обошлось нам это все 270 рупий. Поедем домой в Рамбой.